Натуральная красота. Молодая жена Николаева показала себя без макияжа. Юлия Проскурякова запечатлелась на репетиции в театре. Недавно Юлия Проскурякова и Игорь Николаев отдыхали в Майами. Там у музыканта живет старшая дочь от первого брака, 42-летняя Юлия. Теперь же молодая жена артиста вернулась в Москву и приступила к репетициям в театре. В своем микроблоге она поделилась снимком, на котором запечатлелась без макияжа и в свитере лавандового оттенка. Напомним, Юлия успевает заниматься не только театром, она также увлекается музыкой и пишет стихи. В браке с Николаевым Проскурякова более 10 лет. Они воспитывают дочь Веронику, которой осенью прошлого года исполнилось 5 лет. Певица находит время и на семью, и на учебу, и на себя любимую. В канун Нового года семья записала песню «Я люблю эту зиму», которую исполнила всем составом.